Доброе утро, плохая погода. У нас сегодня бяка, бяка, бяка. Кирюшка уже собралась, идет в школу. Я собралась, вышла с собаками гулять. Ну хоть, ты знаешь, с балкона холоднее кажется, да? Потому что ты в тепле. А тут вышел на улицу, и на самом деле, в принципе, не так и холодно, как кажется. У меня сейчас наушники разрядятся. Чего? Я на пауэрбанк поставлю наушники. А чего они у тебя разрядятся? Они же у тебя на 100% заряжены. На 100% именно наушники. Ну так, наушников тебе хватит. Ого-го, насколько. Все, зайка, пока-пока. Давай. Терочка, идем дальше. Пошли гулять, идем. А где Шанти? Шантюсенька, ты тоже есть. Все, гулять, гулять, гулять. Да иди ты. Вкусняшку хочешь? На. Все, идем, пошли. Это знаете, что она просит вкусняшку? Она сходила в туалет и сразу подходит ко мне и просит вкусняшку, потому что знает, что если она сходила в туалет, то я ей сразу же даю вкусняшку. Это мы так учимся ходить в туалет на улице. Помогает. Что-то парк сегодня пустой. Даже собачники не гуляют с собаками. Вообще никого нет. Только дети в школу идут, и то мало детей. В общем, как-то сегодня очень все грустненько и печальненько. Но мы не унываем, мы улыбаемся, встречаем доброе утро. И начинаем наш день. Собаки выгулены, Кира в школу отправлена. Теперь нужно приготовить что-то покушать на обед. На обед я сегодня приготовлю, наверное, биточки. Да, у меня есть курочка. А также картошку, пюрешку сделаю. Вчера специально купила молока, чтобы сделать пюрешку. Боже, у меня сегодня собаки с утра с котом бегают, как сумасшедшие. Все требуют, чего-то требуют. Прям даже не знаю, чего они хотят. Еще, наверное, одну картошечку. Все, и пюрешка будет. И все готово. И Кирюшка как раз из школы придет, все будет готово у нас. Я, как всегда, смотрю друзей, досматриваю. Ну, вот нравятся они мне. Знаете, когда вот делать нечего, тут смотреть нечего, я просто их включаю, и они просто вот на фоне говорят. Я уже все серии наизусть знаю, потому что я пересмотрела их миллион раз, и уже на самом деле реально знаю практически наизусть, что, когда и зачем. Боже, погода у нас на улице. Снег! Что ты делаешь? Сумасшедший кот. Вы только посмотрите, что у нас на улице за погода. Я сегодня с утра должна была с подругой встретиться, кофе пойти попить. Но у нас ничего не получилось, и мы сидим все дома. Очень-очень мокро, очень-очень сыро. Закрыла я балкончик, чтобы немножко было там не так сыро, как сейчас. Потому что уже совсем все печально. Вот что мы сегодня будем с Кирой делать? Я даже не имею понятия. Боже мой, какая интересная будет погода на выходных. Потому что на выходных мы едем гулять. Я сейчас попробую посмотреть. Погода. Так. Значит, сегодня у нас совсем все холодно. Завтра у нас тоже дожди, холодно. Послезавтра тоже дожди, холодно. Суббота потеплее. Воскресенье, ну, потеплее. Ну, не потеплее, это 23 градуса. Это максимальная температура где-то будет. По Киеву, может быть, не по всему. Это ж так оно, погода говорится. И все, и начинается у нас уже на самом деле осень. Такая хорошая, хорошая осень. Кирюха сегодня мне говорит: мама, я хочу, чтобы на мой день рождения погода была очень теплая. Я говорю: Кир, ну по идее ты, потому что Кирюшка у меня родилась 5 ноября, и когда я уезжала в роддом, погода была очень холодная. Когда я Киру родила, было такое солнце, и потом еще после этого несколько дней тоже было солнышко, было так тепло, так классно. Просто вот настоящая такая была золотая-золотая осень. И каждый год на ее день рождения, в принципе, очень тепло. Я говорю: ну, Кирюх, будем надеяться, что в этом году тоже на твой день рождения будет тепло. Я, кстати, вчера посмотрела прогноз синоптиков на зиму, которая вот будет, и они меня обрадовали.
Реально, этот прогноз меня обрадовал. Они сказали, что зима в этом году будет, опять же таки, аномально теплая. Может быть, будут какие-то морозы, ну, в принципе, как в прошлом году. Так что я пока не планирую ничего на зиму покупать, ни обуви, ни курток, ничего. Будем пока носить то, что есть. Если вдруг будет очень-очень холодно, все можно будет пойти и купить. Терусечка, зайчик маленький мой, что такое? Кстати, Тере, я скажу так, я вчера Тере дала лекарство от глистов, вы знаете, да? И она сегодня всю ночь спала, в принципе, хорошо. Но мне вчера еще одну такую вещь сказали, что, возможно, у нее ложная беременность. Я на самом деле замечала, что у нее соски очень сильно набухшие, просто сильно набухшие. Но я как-то не придала этому внимания, думаю, ну, проверяю, молока нету, молозива нету. Думаю, ну, значит, не должна быть, в принципе, ложка. А вчера зашла в зоомагазин покупать, рассказала все симптомы собаки. И мне сказали, что это может быть ложная беременность. Но при ложной беременности морду не чухают. Все. Ты, Руся, это наиграть хочет. Ну дай мне мою резинку. Ну все, ну Терчик. Титя колебушка маленькая. Титяка. Он, иди с обезьяной играй. На, Тер. На. Вот, бери обезьяну. Ну, что ты ко мне-то пристаешь? Вот, поэтому или ложная беременность, но она не такая явная, как, в принципе, бывает у собак, когда они там начинают щенков своих искать, игрушки какие-то таскают. У меня у кого-то была ложная беременность. У Шанти, по-моему, была ложная беременность как-то один раз. Кстати, после стерилизации вообще удивительно. И она с собой носила всякие игрушки. Или нет, или не после стерилизации. В общем, я не помню, неважно. Вот, может быть, до рождения Мишки. Так вот, Шанти носила игрушки, она просто с ними спала, она скулила, она на улицу их выносила. Представляете, пока я не забрала у нее, и она не пережила этот момент разлуки. Она с собой носила игрушку на улицу, потому что без нее она не выходила гулять. Вот это была конкретная ложная беременность. А у Теры что-то такое непонятное. У нее и течка-то была не столько времени, сколько надо. И, наверное, ложная беременность такая же, как и течка. Вот. Что ты делаешь? Отдай мой тапок. Тера. Тера, это мой тапок. Ты сейчас его порвешь. Ну на. Все, тебе стало легче? Мне холодно без тапочков, ты русик. Блин, сейчас возьмет мне тапок, порвет. Уже все тапки мне перервало. О, отдай сюда. Нельзя. Все, да, я буду в тапочке. На тебе обезьяну, которую ты еще не доела. Все, доедай. Я тебе разрешаю кушать. Тебе так понравилась эта игрушка? Она мне нравится и Терри нравится. Ладно, все. Let's go готовить еду. Потому что скоро уже... Ну, не скоро. Но придет Кирюха. Как можно готовить вот так вот? Здесь я готовлю биточки. Тут снег просто, ну, я не знаю, я его уже 15-й раз скидываю. Здесь Тера тоже сидит. Стоял здесь стул, она на этом стуле. Я уже стул убрала, чтобы она не лезла. Нет, она все равно тут рядом. И этот уходит, приходит, уходит, приходит. Сиди там, вот так вот. И ты тоже тут сиди, дайте кушать приготовить, спокойно. Тера нашла другое место, где можно посидеть и понаблюдать, на стульчике, да? Там лучше Терочка смотрится, и постоянно лапу на стол. Раз, положила я, нельзя, она убрала. Только я отвернулась, она лапку раз на стол, я нельзя, она убрала. Нельзя, Тера, ну ты собака, ты не кот, не учись у снега, он... Глупый, не понимает, что ему нельзя на стол залазить. Ты же умный пес. Собаки же умнее котов. Ну, я не знаю, в принципе, они умнее или нет. Но, по крайней мере, команды слушают лучше. И ты не кот, Тера. Ты пес. Ты хороший пес. Ты хороший собак, мой любимый. Но на стол нельзя, ты, Руська. Нет, нельзя на стол. Ты же у меня хорошая девочка. Слезки текут, боже мой, кушать не дают, катастрофа какая, беда бедёшенька. Мои биточки,
Жарятся. Сначала я жарю биточки на большом огне, потом включаю самый маленький огонь, накрываю крышкой, чтобы они там внутри немножко пропарились. Потом снова на большом огне, чтобы была корочка. И получается вкусненько. Поэтому я готовлю. Здесь уже картошка немножко, она отмокает, потому что я картошку всегда кладу в воду. Она где-то часа пол постоит, чтобы весь крахмал из нее ушел. Сливаю воду, наливаю новую и после этого варю. И после этого картошка, ну, намного полезнее и вкуснее. Все, я дальше продолжаю готовить и смотреть своих друзей. Я уже все сделала. Тут готовится еда для собак. Отбивнушки сделала, картошечка уже доготавливается, и через 20 минут у Кирюхи заканчиваются уроки, и она уже приходит домой. У меня что-то голова разболелась так сильно, ужасно, вот из-за погоды, все из-за погоды. Мне нельзя жить на той территории, где постоянно меняется погода, потому что мне становится очень-очень нехорошо. Вот только эти перепады, все, понеслась жара в рай. А у меня головная боль приходит. Короче, ладно, я таблетку уже выпила, жду, пока пройдет головная боль. Придет Кирюха, будем с ней обедать, она будет делать уроки, я, наверное, лягу, буду отдыхать, потому что если такое будет продолжаться до завтрашнего дня, то я проснусь с этой же головной болью, все. И собак надо будет накормить попозже. Все отлично. Фу, нехорошо. Собаки пахнут, догадайтесь почему. Кирюшка домой идет. Да. Так, вот видите, как я сделала все вовремя. Просто идеально все в то время, когда нужно. Все приготовилось. И биточки, и картошка. Сейчас только теперь ее потолочь. С молочком развести. Маслица добавить. И все идеально. Ой, блин, салат забыла сделать. Ну ладно, сейчас сделаю, что-то холодно так. Вообще, холодина. Хватит гавкать. Гав. Ну, иди. О, ребенок пришел. Привет, зайка. Как делишки? Это такие носки розовые, я из-за них не заметила, как ты сегодня их одевала. Что в школе новенького? Ничего. Что получила? Добрый. Почем? По-украинскому. Ой, по-украинской литературе вроде. Угу. А что добрый? Ну, потому что мне писали молодой, тебе говорят добрый, молодой, добрый. Типа не имеет значения. А по-английскому диалог рассказывал? Нет. Сказали, нет времени на следующем уроке. Угу, я поняла, ясно. Курточку, ты слезь, ну куда ты залезла, ты Русь? Ну хочет она, чтобы ты ее подсунула. Так, я знаю, что приготовила, котик. Я приготовила картошечку, пюрешку с биточками. Пожалуйста. Пошла я мять картошку. Еда готова. Кто говорил, что мы кушаем ненормальную еду? Нормальную мы кушаем еду. Единственное, Кира кушает ненормальную еду каждый раз у нее. Кира, у тебя тут еще есть куча сухарей. Ты покупаешь новые уже. Что за беда? Так вкуснее. Так вкуснее? Mm-hmm. Так, все, тебе приятного аппетита, солнышко. Кирюха мне купила спонжики, сейчас хочу снять лак. Приятного аппетита. И делаешь уроки, а я, наверное, пойду отдыхать, потому что башка моя сегодня меня подводит. Меня тоже. У тебя тоже голова болит? Угу. Так, ну, я тебе могу разрешить часик полежать, а потом уроки делать. Тебе много вообще уроков? Еще надо, чтобы он разрядился. Он не разряжен. Полностью разрядился? А что ты на нем делала? Ничего. У меня там мало процентов было. Тебе хоть хватило в школе? У меня 6% когда урок закончился. Ага, ну нормально. Видишь, надо заряжать его полностью. Ладно, мы кушаем. Ты уже обедала. Мы с Кирой сегодня в постельном режиме. Просто находимся целый вечер.
Уже 5 часов вечера. Тут посмотрите, какой творческий беспорядок творится. Я ничего не хочу ей говорить, потому что у меня так голова и не прошла. И она мне вот периодически ходит, ее и массирует. Видите, какая уже я намассированная. Она мне ее массировала уже всем, чем только можно. И специальной палочкой, и руками, и Тера, и снегом, и Шанти, и всем. Кирюха, ты сделала английский? А? Расскажи мне, пожалуйста. Страница 19. Когда попозже? А что это такое? Зошиты на робота. А вот тут что-то написано у тебя. Have. Это мои иероглифы. А, давай сделай, давай. Ну, я попозже. Нет, 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 давай. Мама! Ну я попозже. Дай, пожалуйста, мне. Дай телефон. Кира, каждый раз я с ней ругаюсь из-за телефона. Каждый раз я не могу забрать. Хорошо, давай телефон, просто сделаешь попозже. Телефон давай. А сейчас что я делаю? А сейчас тогда вот полежи, раз ты сделаешь попозже. Давай телефон. Мне переводчик надо. Давай телефон. Переводчик на планшете. Ну мне на планшете неудобно. Давай телефон. Ну мне переводчик надо. На тебе. Давай сюда. Все, я тебе дала телефон, там есть у тебя переводчик. Все. Там у меня Инстаграм есть. Инстаграм и ТикТок. Давай, Кира, делай. Доделывай до конца, Кирюш. И встань, пожалуйста, с кровати. Я сейчас тут попылесошу, потому что куча шерсти. Кирюх, слышишь меня? И убери свои носки, Кир. Хорошо. Я не слышу, что ты меня слышишь. И убери на подоконнике. Давай, Кир. И убери рюкзак. Во, видите, меня понесло. Я когда вижу грязь, меня начинает нести по всему. Потому что я страшно не люблю, когда грязно. Кира, вставай. Уйди, Тера. Кир, вставай. Давай, давай. А я туда волосы засунула, там уже засосет. Нет, он не засосет. Ну как, он немножко подзасосет и все. Забери. Она не забирает, она не засасывает эту штуку. Это термин штука. Так, все, теперь я сейчас, Кира, включу пылесос. Слышишь меня? О, дай. Все, засосала. Теперь я включу пылесос. Убери, пожалуйста, с пола все. Носки свои, чемоданы и все остальное. Ну так ты встань, убери. И потом ну, а что сделай. Мне делать, убирать или английский? Давай, сейчас убери. Давай, давай. Убери, пожалуйста, здесь все. Рюкзаки свои. Носки. Кира, на подоконнике все поубирай. И на столе. Потому что снегу негде сидеть. Да, Снежок? Негде тебе сидеть? Бедненький. Заняли твое место, да? Скажи, Снег, мое место везде. Везде, где нельзя. Ого, это ты так убрала? Это место сегодня так перевернуло. Я думала, это ты так убрала. Кирюш, ну серьезно, ну я не хочу просить по много раз. У меня рюкзак очень болит голова. Ну так что сделать надо? Надо еще с Терой выйти погулять. Можно я с ней выйду? А на улице дождь. И что? Без вопросов, иди. Только переоденься. Во что? Входит большое. Переодевайся во что хочешь. Иди с кем хочешь. Только убери, пожалуйста, на диване и на подоконнике. Хорошо. Очень тебя сильно прошу. Вот эту штучку можешь? А, вот этой штучкой мне делали массаж. Я хотела сегодня поубирать в этой тумбочке. Как всегда, здесь я не знаю почему, но тут всегда происходит маленький беспорядок. Но я сегодня этого не осилила. О, ты уже здесь? Слушай, ну ты как телепортируешься очень быстро, Снег. А как он туда забрался? Ну, с твоего стола просто я даже не увидела, как он это все сделал. Ну, так он как-то очень тихо это сделал. Да, он, я же говорю, он телепорт. Он глаза открыл на кухне, закрыл, открыл,
На кровати. Это ж кот. Давай, давай. О, все, видите, как чистенькой шерсти нету, потому что куча шерсти от Теры. А пауэрбанк тоже ж надо убрать. Не на стол. Нет. Его, наверное, под зарядку надо поставить. Одна штучка не мигает. Да. Давай. Это все сделать надо. Красиво? Шикарно. Очень красиво. Вот, смотри, Кир. Бумажка. И рюкзак положи на стул. У меня стул потом не сдвигается. Значит, я положу. Прекрасно, положи. Смотри, как отлично. Замечательно. Просто превосходно. Веер мне нужен. А зачем тебе веер? Что она говорит, это ты сейчас английский будешь делать, а не видео снимать. Я уже английский. Что она боится? Маленькая, тебя обижают. Да. Обижают девочку. Ты боишься листочка? Ты листочек на раз-два раскусишь. Вот посмотри, какой он страшный, этот листочек. Смотри. Теперь это листочек. Да, вот так этого можно. А. Убежала. Кира, быстро встань еще раз. Ауч. В общем, сегодня у нас реально день вот так вот, сидя в кровати и никуда не вставая. Вы знаете, вот сегодня я пожалела, что у меня нету телевизора. Кира, я реально пожалела, что нету телевизора, потому что я бы сейчас включила какое-то кино интересное и на телевизоре его бы смотрела. Может, на проектор запишем фильм? Что на проектор? Фильм запишем. Что ты делаешь, Тера? Сейчас я, может, подумаю, может, на проект фильм запишу. Или просто ноутбук сюда принесу и будем смотреть Тера больно. А с Терой надо выйти погулять, но на улице идет дождь, и мне лень. И вот кто-то обещал выйти. Смотри, Кирюша, она прям аж скулит. Может, выйдешь все-таки? Я спрашиваю, выйдет ли Лиза. Лиза в такую погоду? Дождь лупит. Ну, спроси. А я еще, знаете, что попробую найти? У нас, я когда-то покупала жилетки от дождя, чтобы на собаку не капало сверху. Я сейчас посмотрю. По-моему, они у нас еще остались, эти жилетки. И надо... О, да, смотрите. Есть все, вот так... выхожу, выходишь? Да, только я английский, не смогу. Хорошо, да. Вот такая вот салатовая жилетка. Я, наверное, сейчас ее на Теру одену. Тера, иди сюда. Я попробую. Ну, это типа так, знаете, вот просто чисто от дождика. Сейчас. Телефон мой. Тера. Мамочка, телефон. Сейчас я тебе дам. Салатовая жилеточка. Только она какая-то слишком маленькая. Да не, должна быть нормальная. Тера, подожди. Так. Фу. Фу. О. Лиза уже гуляет. О, смотри. А, мне маленькая девочка. Тера, покажись. Только... Что она перекручивается. Да. Да иди одевайся. Да телефон мне дай. Да одевайся. Ты без... Телефон мне надо. Я сказала, иди как одевайся. Как я выйду без телефона? Я тебе дам телефон, когда ты будешь все, выходить. Все, я тебя обижена. Иди. Истерика включена. Иди. Включай истерику. Ой, Тера, красотка. Ну, пойдет, нормально. У нас еще такая же есть оранжевая. Ну, сейчас пойдешь с Кирой погуляешь немножко, тебя хотя бы дождик не будет сильно мочить, да? Ты типа все поняла. Шантюська, с тобой выйду попозже, когда дождь пройдет. Ты же не выйдешь на улицу. Кира, мама, давай. Мама, это точно не для меня, смотри. Так что надо губы прятать. Вот так. Вот так. Смотри. Смотри, мам. Соус, ice cream. Ну, у меня типа губы, потому что маленькие. Так, что тут у нас еще есть? А, вот, на, Кир. Вот, оденешь. Держи. Ты что, странно? Это классный дождевик. Но мне не подойдет, я одеваю. А что ты тогда с чем Боже, ты пойдешь? Боже мой, сейчас еще один бубон. Тера, фу!
А с чем ты? Ты что, зонтиком пойдешь? Нет. Нет, тогда не пойдешь никуда. Зачем мокнуть под дождем, я не понимаю. Вот Тера без зонтика, без... Ну, жилеткой. Но эта жилетка что-то прикрывает, даже попу не прикрывает. Зато видно ее. Ты одеваешься или нет? Я одеваюсь. Вот что ты так не пойдешь? Не оденешь вот эту вот штуку и не пойдешь. Хорошо, я одену эту штуку. Oh my god. Терешка, тебе тоже нравится, да? Кира пока соберется, ты знаешь, я сейчас пойду с тобой погуляю. Пока она соберется, это будет ужас. Нет, эти штаны не подходят. Так вот эти штаны, кстати, как раз сейчас и подходят в такую погоду. Ты знаешь, какой худи хочу одеть? Короче, все. Мама, что? Стой, тогда скажи, под эти штаны какого худи я одену? Вон этот Харли Квинн одевает длиннющие. Я хотела то, который прям по колено. Будет... Широкие штаны не подходят под длинные худи. Ну, они не подойдут. Терафу! Чтобы она сейчас не написала. Отстань. Все, отстань. На улице дождь. На улице слякоть. А ты красишь губы. Я губы не крашу, это брови мои. А что там застреет постоянно? Это кошмар. Ресницы, тем более. На улице дождь. Кто в дождь капает? Капает. Ой, капает, господи. Красит ресницы. Да. Кира, а это что? Где? Быстро сложила. Ничего не вижу. Я сказала, быстро сложила. Пусть тебе стыдно будет. Нет, мне не стыдно. Я знаю, что тебе не стыдно. Чего стыда вообще нету. Нет. Никакого. Я его в школе забыла. Ты его забыла в животе у меня, когда рождалась. А вот это было обидно. Ладно, давай. Не, на самом деле, Кирюшка, она классная. Я ее обожаю. Она все делает. Ну, просто иногда бывает, она капризничает и... Вот так вот себя ведет. Но это же любя, и это на самом деле это даже смешно. Мы иногда с ней вот так вот балуемся, шутим. И я просто знаю, что сейчас уже начнут писать, что такая всякая, не хочет ничего делать. На самом деле делает все. Я вижу, как хожу. Вот так вот я хожу теперь. Ну, когда будешь монтировать видео, посмотришь все видео. Какое? Какое? Это? Да. От чего? Видео. А что там, что-то есть? Нет, просто посмотришь от начала до конца внимательно. А ты там что-то делала? Нет. А чего я должна внимательно смотреть? Ну, потому что... Что ты делала, да? Что ты делала? Что ты делала? Ну, посмотришь. В начале или в конце видео будет. Будет. Потом. Ты мне дулю показала? Нет. А что? Ну, потом. Нет, ты скажи сейчас. Нету, потом будет. А, потом будет? Да. Потом. Это когда? Это то, что я еще... Не дам я тебе телефон. Смотри, ты без телефона собираешься час. А ты сейчас в кабинет свой пойдешь, и там вообще телефон никогда не выйдешь. Кира, иди. Кира, ну Тера же хочет в туалет. Блин, это не ребенок, это капец. Это капец. Тера, что тут делает обезьяна? Расскажи мне. Еще одна. Целительница игрушками. Одна, блин, игрушками ссорит. Вторая вещами своими. Одна мама порядочная тут ходит и всем дает расклады. Тера, отпусти. Понимаете? Вот так вот. Это вот так вот постоянно. Вот так вот постоянно. А что ж там Кира хотела? Кира, она уже есть видео? Нет. А оно только будет? Да. А когда оно будет? А если я видео сейчас закончу? Будет плохо. Будет плохо? Ясно, тогда не буду заканчивать. Тера, отстань от меня. Вон там твоя хозяйка сидит в кабинете.
И ты понимаешь, она с тобой должна идти на улицу. И она не идет. Что про меня говорит? Да. Про тебя. Ты ходишь до сих пор еще без носков. Или Катимо. О, послушай, мой носок стоит. Так, да. Так. Бедный ребенок хочет гулять, а его не берут. Да ты же. Что? Берут его гулять, да, Таречка? Гулять! Гулять! Только дай мне, мне кажется, лучше рулетку. Вон. Вон, я знаю, что вон. Все лежит. Слушай, Лиза сейчас уйдет домой. Пока ты собираешься. Сама вышла гулять, она вообще вышла гулять. Просто вышла гулять в такую погоду? Да. Обалдеть. Илья, и куда ты сейчас пойдешь? А? И куда ты сейчас пойдешь? На оранжевые лавочки. А тебе не будет холодно? А если ты плащ оденешь, то не будет? Не, походу тебе не холодно. Смотри. Хоп. Красиво. Ужасно. Красиво. О, тебе уже пишут. Тебе, наверное, уже пишут. Кир, я уже иду домой. Нет. Тарусенька, ты тоже ждешь, да, девочка? Да, сейчас уже идет, идет. Она, видишь, она долго собирается очень. Вот стряхни его, расправь. Русска, не бойся. Что-то страшное, да, ты? Я, кстати, себе тоже хочу такой плащ. Мам, мы его покупали на видео жюри. Да, но они же продаются. Уже на тебя маленький, наверное, да? Волосы накрой. Все, ты с собакой идешь или без? А то ты кучу всего понабирала. С собакой. Тогда бери поводок, бери собаку. Тера, идти пока. С собакой или без собаки? С собакой. Не ори. Ты столько времени собиралась? Я ее столько времени одевала, а ты сейчас меня спрашиваешь, идти с ней или без нее. Тер, гуляй, тер, гуляй, тер. А, не надо так делать. Вот и хорошо, что ты в черных штанах. Она сейчас будет так делать на улице. Привет. Так, пока ты уйдешь гулять, я включу мальчика, пусть убирает. Все, давай, солнце. Пока-пока. Правильно. Еще пара мокрых, мне этого не хватало. А капюшон одень. Все. Ну все, пока Кира будет там гулять, у меня поубирает пылесос. Чистенько, хорошо будет. Сейчас здесь стулья наверх поставить. И... Оба! Чуть стул не упал. И все будет отлично. Она уже придет в чистую квартиру. Останется только собаку помыть. И все. Такой свет плохой, что тут здесь совсем. Кира идет домой с прогулки. А Шанти, как всегда. Шанти, ты гавкаешь сама на себя? Да? Сейчас посмотрим на этих чумазых. Шантюся. Заходи, Кир. Очень грязно. Очень грязно? Все, давай, я ее забираю, буду сейчас ее мыть. Давай. Давай, давай. А ты куда? Фу, Тера! Я еще гулять буду. Куда ты еще гулять? Нет, ты никуда не пойдешь. Ты без капюшона гуляешь, поэтому я тебя никуда не отпущу. Оно само мокнет. У меня капюшон спадает. Значит, возьми зонтик. Я буду одевать капюшон. Только еще дай мне наушники, мам. Хотеть. А с кем ты гуляешь там? С Лизой. Может, вы домой придете и дома будете сидеть? Нет. Ну, посидите дома, чего? Я не пошла. Помытая собака. Помытая собака, смотрите, какая сидит. Чистая и мытая. Да, чистая и мытая. Все?
Ты красавица? Ты красавица? Чудо мое. Идем, будем тебя вытирать. Сейчас хочу узнать у Киры, Гуля, сходила ли Тера в туалет. Потому что может все что угодно быть. Фу. Да. Кира, а ты расходила в туалет? Да, что? И по большому, и по маленькому? Да. Точно? Да. А почему она дома сходила по большому? Я не знаю. Но она по какому-то сходила, я видела. По какому ты видел? Это что, нельзя увидеть? Давай, не брыши. Ну, она присела, я видела, но я не видела, что она сделала. Короче, тебе с собакой надо учиться гулять, что ли? Угу. Кира, вот ты ее привела, могла бы с ней еще гулять, чтобы она сходила в туалет. Алло. Алло. Ты чё молчишь? А что мне сказать? Ну, иди за собакой снова. Почему? Ну, потому что она в туалет ходит дома, Кира. Что? Почему? Ну, она же уже сходила дома. Зачем мне с ней уходить ещё? В следующий раз будешь гулять до тех пор, пока она не сходит в туалет. Хорошо. Я, конечно, её надурила. Но я знала, что Тера вряд ли сходила в туалет, потому что я знаю, что с Терой, чтобы она сходила по-большому, надо гулять очень-очень долго. Да, Тера? Угу. А еще они все ходят в туалет только со мной. Это не собаки, это катастрофа какая-то. Ладно, ребят, будем вечереть и спать. Вот так. Короче, у нас случилась неприятная новость. А вот Тера тут лежит, спит. Кира, сделала английский? Да. Не смотри без меня, пожалуйста. Я смотрю эту передачу. Смотрю сейчас передачу «Супермамочка». Короче, у нас тренер по танцам заболел, и у нее подтвердился тест на коронавирус. Ну, что не веришь? Поэтому на танцы мы ходить временно не будем. Но мы с тобой не в зоне риска, Кирюха. Ты же перед танцами Настю когда последний раз видела? Перед болезнью? Аж перед болезнью. Да, мы ж... Я пришла с болезнью, уже не было Насти. Да, уже была замена, поэтому... Единственное, что дети, конечно, ну, такое дело. Я думаю, что мы все этим переболеем или уже переболели. Так что там уже такое дело. Сейчас у нас такая ситуация, поэтому все будет оки-оки. Я не верю. Она нормально недавно занималась. Так смотри, вон... Я по сторис видела. Да, ну все было, видишь, нормально, нормально. А вон посмотри, как блогер сейчас би мама, я тебе расскажу. Аккуратненько, ты чего? Рассказывала, как блогер би мама заболела. Она вообще без симптомов. Она даже не знала, что она больная. Если бы не ложиться ей в больницу, а сейчас же в больницу ложат только перед тем, как сдавать, вернее, в больницу ложат после того, как сдашь ковид, то, видишь, она об этом даже бы не знала, что она заболела. Так что, что мы хотим сказать на самом деле? Может, конечно, это ошибка, может, не ошибка, но сказать мы хотим одно. Настюшка, выздоравливай, мы тебя ждем снова на танцах, не болей. Все будет нормально, все мы этой штукой переболеем, так что тебе лайкосик, если ты, конечно, посмотришь. Так что не болей, выздоравливай. Все, а на этом мы всем вам говорим пока-пока. Пока-пока. Кирюха, ты сделала английский? Да. Молодец, дай телку. Мы смотрим «Супермамочки» и будем отдыхать. Чао-чао-чао. Пока-пока.